Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды дракономании. Дракончик лилит у меня, хотя галочка здесь не стоит, но я его уже вывел, мы сейчас его с вами высидим, и галочка появится, и я уже сделал комбинации, наверное, 5, чтобы вывести дракона-дроид, просто чисто для коллекции, вот такой вот эпический дракон, пиксельный, да, вот эта комбинашка у меня, тигр плюс агент, да, ну, пришло время освободить ее величество демоницу, Лилит. Так вот, для нее освободил даже жилище. Ух ты, сколько у меня тут ОВД легендарных. Жаль, что картинок нет. Вот такой вот у нас дракончик Лилит. Очень здорово, дали нам целый один алмаз. Так, давайте посмотрим. На ее описание, кстати, по-моему, я не читал его еще. Так, дракон Лилит — очаровательное существо, склонное к манипуляциям. Она притворится, что любит вас, а когда вы повернетесь спиной, украдет ваши фрукты. Но ее тренер ни о чем не жалеет. Легендарный дракончик, удар 72. Так, ну что, давайте будем ее кормить. Да, демоница из фильма из сериала «Сверхъестественное». Так, ну, на 16-й давайте сейчас ее накормим, как обычно, по традиции. Та-дам! Вот такая вот у нас. Довольно милая драконица, дьяволица, как там ее назвать. Так, так, так. А что у нее там по стихиям? Давайте сейчас мы как по традиции заглянем. Ах ты, ё-моё, сюда. Да, дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Колдовать. Легендарная. Так, я ее на 16 уровень откормил. Вот это она, Верк. Да. Энергия и пустота. И тень. Энергия и тень, да, у нее стихии. Ну ладно. Давайте сейчас соберем наш котел. Прикольно, так на черном фоне, мне нравится, как смотрится. Так, ну, конечно, у нас самое главное, ребятки, событие вот начнется уже с марта, да, где ты? Вот, это наш остров, остров этих хронодраконов, как я понял, я особо там еще не читал. Вот, божественная акция. 20 часов осталось до ее начала. Так, хронодраконы. Давайте, можно зайти сразу сюда. В расписание. Ну, в общем-то, с телефона эта штука работает, с эмулятора не работает. Ну, здесь идет расписка вся по дням, все акции будут, естественно, и сундуки, и подземелья, и все, что хочешь, будет. Так что, в принципе, об этом я Так, а ну, стоять. Что-то мне тут подвисло. Алло? Диспетчер задач. Во. Ну, что-то происходит. Во. Так. Вот, в общем-то, у нас дракон Овен. Это будет следующий дракон месяца. Это комбинация поведения, ну, так, по памяти, ветер плюс плюс кицуны, например, да. И там последний китайский дракон, короче, которого мы вывели, такой симпатичный. К этому вернемся попозже. Ну, так выглядит у нас Хронозевс, Хроноаид. Так, ну блин, Зевс, конечно, красавчик, 88. И, по-моему, первое событие будет именно на Хронозевса, и там будет в сундуках только один дракон. Не так, как было раньше, три дракона, а будет именно один Зевс. Но его получить нереально будет. В сундуке это печалька. Потом вот у нас есть Хроноаид, кстати, да, так, 81. Ну, Хроноафродита, да, прикольная. Я бы, конечно, Хронозевса взял. Тень и металл. И сила удара такая классная. Я бы его кот качнул на все деньги, если бы он у меня, конечно, появился. Да. Но, увы. Так, а вторая комбинация, ну-ка, как там, где тут наш дракон? Такой вот китайский дракончик был. Прикольный. Так, давайте сразу улучшаем. Так, это максимальное отдаление. Так, а куда я заперил того дракончика-то своего? Кто бы мне сказал? Желтенький такой был китайский дракончик, ребята. Вот мы его недавно совсем выводили, ё-моё. Куда он делся?
Куда-то испарился. Во, вот это дракон, во. Вот с этим драконом вторая комбинация, с Дзянем. Ветер плюс Дзянь — это вторая комбинация на нашего дракона месяца. Так, на Овна. Ну, к этому мы, в общем-то, вернемся, конечно же, попозже, ребятки. Сейчас у нас идет клановое событие. У нас идет осада, которая закончится, блин, наверное. Когда эта серия выйдет, наверное, она уже закончилась. Счет сливаем, ребята. Проигрываем. Так, давайте внесем свою лепту, проатакуем. И последний. Змей Горыныч, в общем-то, отстрелялся. Отстрелялся, давайте смотреть. Так, что я тут еще могу выполнить по заданиям? Ну, на арену мы пойдем, это мне не интересно. На арену обязательно пойдем. Давайте возьмем старт. Так, а хотя, может, я путаю. Вот Илья, тут еще вот этот дракон очень похож на него. Я так картинку издалека видел, либо Водяной, либо Дзянь. Нет, Дзянь, Дзянь, Дзянь. Там у нас у Овна же стихии. Такие ветер, вода, там всякая лабуда. И всякая лабуда. Так. Код дружбы давайте покажу. 5B0F59, ребятки, не забываем, добавляемся, пишем свой код дружбы. Так, ну и помчали на колдовские сражения. Так, лучший защитник, ну это какой-то такой крепкий защитник. Давайте заглянем, может, он там как бы типа один. Ага, 55, фигушки там один. Крепкие противники, ну давайте искать. Блин, там был 53-й, в принципе, на все звезды лучший защитник. Можно было туда попытаться заглянуть. Давайте сюда заглянем. Ну, попытка не пытка. Давайте пойдем. Надеюсь, максимального уровня здесь один дракон будет. Так, олененок. Дракон с хорошей атакой. Во-во-во, 60-й. Не, давай, пожалуй, ты как-то с этими разберись. Дракон Ра пал смертью храбрых. Вот это, кстати, тоже, да, звездная пыль. Хороший эпик. И это железное пламя у нас было, да. Свистун. Так. Ну, давайте разберемся так. Вот этих три дракона еще принесем в жертву. Ну, точнее, ха, даже не три, а обошлись меньшим количеством. Блин, а... Печаль, беда, не справимся мы. Не затащи. Хотя, подождите, должен затащить. Да! Ну, блин, все было на грани провала. Так, отлично. Давайте кого-нибудь попроще найдем, что ли. Лучший защитник 51. Вот, 52, но на все звезды. Ладно, пусть будет так. Давайте возьмем Трабла. Ну, погнали. Здесь проблем, надеюсь, не будет. Сорок восьмой тигр. Молодец, красавчик. Ух ты, ё! Вот это да! Ё-моё, я не поменял драконов, ребята.
Но это все, в общем-то, в принципе, можно выходить. Я забыл взять других драконов. Вот это эпично было. Давайте посмотрим, кто у нас там был в противнике. Ну, дальше у него все были такие, да, по 50-е. Дальше бы точно не получилось пройти. Блин, вот этих драконов не заменил. Что ты будешь делать? Ладно. Лучший защитник, 58-й. Ну, тоже как бы крепкий. Крепкий парень. Давайте посмотрим. Сколько там таких крепких? Локи. Пятьдесят второй, ну тут справимся. Дракон-очаг. 45-й, давайте вот так вот. И 58-й. Так, как будем с ним сражаться? Ну, вот так, чтобы наверняка. Ну, хотя у нас разница была-то небольшая, да? У меня был по факту 57-й, а у него 58-й. Но если в звездочках уравняться... Так что я даже, наверное, перестарался с зельями. Так, ну нам кровь из носа нужна еще одна победа. Это будет непросто. О, отлично, лучший защитник, нам фартануло. Ха-ха, не пришлось долго искать. Тут листик должен справиться. Да, легкотня. Так, а как это? 21x урон. Ху-ху. Ничего себе. Да, легендарное усиление — это жесть. Я, по-моему, легендарное, наверное, вообще не пользовался ни разу. Так, ну фух, хотя бы боевой сундук насобирали. Да и так, немножко поспешил. И всего 3 победы. Всего лишь 3 победы. Так, какой боевой сундук? Точнее, 3 победы мы выполнили. Мы выполнили наше задание. Так, дайте драконам еду. Это пожалуйста. Что нам тут еще хотят предложить? Гнев дракона, нет, это точно нам не подходит. Ну и в темницу можно сходить. Одного очка не хватает. Не, ха, хватает, отлично. Все, все поставили. Через 3 часика можно будет проатаковать. Ну и начнется у нас уже эра новых богов. Да. В общем-то, вот на этом все, ребятки. Так что до встречи через пару дней.